Друзья, в продажу поступает Kia Rio 2012 года на бензиновом моторе объемом 1.6, мощностью 123 лошадиные силы, на переднем приводе, на автоматической коробке автомат. У автомобиля неплохая комплектация, у автомобиля имеются противотуманные фары. Также у автомобиля установлены литые диски на хорошей летней резине. Также в автомобиле имеется бесключевой доступ. В салоне автомобиля хороший тканевый салон. Также в автомобиле имеется штатная аудиосистема с подключением Bluetooth. Также у нас имеется кнопка старт-стоп. Также у нас установлена регулировка печки отопителя, кондиционер, подогрев заднего стекла. Также у нас имеются подогревы передних сидений, подстаканники, подлокотник, бардачок, пепельница. Есть разъемы под AUX, под micro-USB. Также имеются две розетки 12 вольт. Также у нас имеется подогрев руля, корректор фар, подключаемый антизанос. Также в автомобиле установлены 4 электростеклоподъемника. Центральный замок, блокировка стекол. Также у нас имеется электрорегулировка зеркал. Для задних пассажиров удобное посадочное место. Автомобиль в хорошем техническом и косметическом состоянии. Автомобиль имеется задние парктроники. У автомобиля один владелец по ПТС. ПТС оригинал.